Всем привет! И сегодня приехал победитель Лады Весты. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Здесь мы с гостинцами приехали. Сами с Астрахани, получается. Ага. Вот. У нас рыбный край. И привезли вам рыбные деликатесы. Хорошо, спасибо. Вот. Спасибо большое. Чтобы это все запить. Хорошо, офигеть. Спасибо. Можно будет сумку положить? Да, хорошо. Давай. Это вы 6 часов ждете с поезда? Да, да. Поезд прибывает в 6 утра. Ага. Сейчас 3 часа. Ну, в 6 мы вас не могли встретить никак. Ничего страшного, посидели. Вот обещал в половину, вот. Угу. Ровно да, встретили. Все верно. Так, вы у нас вообще откуда? Из Астрахани. С города Астрахани, получается. Угу. Да. Это сколько отсюда км? 1400, если по прямой. Вот. Ага. И плюс сюда, ну, где-то 400 километров примерно, да, от Москвы. Угу, угу. До Западной Двины, получается. Да, 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 все верно. Так, понятно. Теперь рассказывайте, сколько раз участвовали? Участвовал, получается, с августа прошлого года, с 23-го года. И сейчас почти уже август. Ну да, почти год участвовал. Узнал о вас от одного блогера, Васяндр, по-моему, называется. Вася РНД, да. Вот, ссылка была на ваш канал. В первую очередь зашел. Стало интересно, как вы там занимаетесь машинами, ремонтируете, кузовными там ремонтом занимаетесь. Это все смотрел, а потом уже увидел, как разыгрываете призы. Тоже решил поучаствовать, попробовать. Офигеть. Круто. Родным, друзьям, близким все сказали, все, да, все поверили. Да. Сразу поверили, на сразу, самом да? деле, да, потому что я показал видео с ВК, трансляцию, ага. где вы мне звонили. Ага. Они видели мою реакцию. Вот, и реакция, конечно, была такая, очень круто было, на самом деле, конечно. Когда позвонили, да. Вот, вы и... эфир не смотрели, я помню. Эфир не смотрел, да, потому что я сидел с ребенком, угу, вот, угу. и как только вы мне позвонили, я сразу говорю, жена, подойди, пожалуйста, отдаю ребенка, и начинаю брать эфир, ну, трубку, получается. Ага, ага. Офигеть. Да. Все, выходим. Благодарю. Вот она знаменитая. Да, давайте. Вы тут были? Уже, теперь... наверное, вся страна знает о ней. Ну, не вся, но уже много знают, конечно. Вот она, красотка. Да, долго вы за ней ехали? Ну как, со среды прошлой. Да? Получается, да, да. Неделю, меньше недели даже. А-а-а. Вот она, ваша пушка, гонка. Кайф. Все как на видео. Да, блин, вообще классная. У нее спортобвес, получается, да? Да, да, конечно. Спрошу сразу за руль. Угу, давайте, хорошо. Обвес, колеса, сделали угу. свои вещи. День добрый. Присаживайтесь. Опа. На мультимедии, на кондишене. Угу. TIS, по-моему, да, стоит здесь? А, этого не могу сказать. Не знаете, да? Этого не могу сказать. Ага. Так, ну что, сидите. Угу. Сидите, сейчас сразу все подпишем. А то у нас тоже через 20 минут уже розыгрыш. Да, я видел. Надо новая гранта. Успеть выложить, да. Так, давай. Так, может, дверь закроем, чтобы не мешало? Давайте. Это ваш СТС ПТС? Угу, спасибо. Так, сейчас, секунду. Вот этот договор вам тоже пригодится. И вот этот надо сейчас подписать. Угу. Не ошибитесь, он у нас один. От внимания, да, очень да, красиво. Да, сразу видно. Это реально красиво. Да. Поздравляю. Спасибо вам большое. Машина официально ваша. Очень рад, так, что выиграл. Да. Смотрите, 10 вонючек друзьям знакомым раздать. Обязательно, да. Вот, можно отсканировать и попасть на... Давайте. Да. Телеграм-канал. Какая-то книжка ладовская. Вот, что, идем сфоткаем сейчас документами. Угу, да, пойдем. Вы скажете пару слов. Конечно. Да? Вот эти документы беру. Да, 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 да. Хотел в первую очередь выразить благодарность Виталию и его команде за то, что дают возможность, в принципе, всем людям участвовать в этих розыгрышах. Угу. И здесь есть реальная возможность выиграть машину, на самом деле. Там даже шанс очень высокий. Вот по сравнению с какими-то там лотереями. Это несравненно, на самом деле. Пробуйте, дорогие друзья. И, может быть, удача вам улыбнется, на самом деле. Как она улыбнулась мне. Очень-очень рад. Машина досталась за 1000 рублей. За 1000 рублей, за 1000 рублей вообще класс, супер. Вообще, я считаю, супер. Это подарок судьбы, на самом деле, и такие подарки, но может быть, раз в жизни случается. Ну, может и больше. А может, два раза уже пришел. Два раза уже выиграл, чувак, да. Ну, будем участвовать, может, за гранд еще приедет. Да. Все, еще раз вас поздравляю. Вам спасибо. Вот, вам хорошей дороги. Да, спасибо. А мы поехали, да. А, друзья, сегодня у нас розыгрыш. Хотя это видео выйдет уже после розыгрыша гранта, поэтому ладно. Так что как-то так. Все, садитесь. И будем снимать, как вы уезжаете, и тоже поедем. Угу. А, планшет мой, да. А где он?
Так, мой планшет. Отдайте мне мой планшет. Вот он. Ну, вещи потом перегрузим. Вещи? Нет, давайте сейчас. Сразу, да? Конечно. Давайте. Так. Так, это все правда? Да. Не верится на самом деле, но это правда. Машина моя. Спасибо. Да. Все, еще раз поздравляем. Всего доброго. Спасибо. Всем пока. Всем пока. До свидания. Участвуйте, может, вы из друзей, кто приедет. Да, конечно. Все, пока, Веста. Так, Веста у нас уезжает в Астрахань, да? Да. В Астрахань. Петличка моя. Да, какой круг. Стой, стой, стой. Да, да, да. Петличка. Все, сейчас посидите. Я для кадра просто развернулся. Да, да, это петличка моя. Не-не-не, это само собой. Пару секунд есть у вас? Да, 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 конечно. Очень круто здесь оказаться. Вот, по машине хотел спросить, там масло, не масло, не надо подливать? Ну, приедете, лучше сделайте ТО сами. Угу. Масло лить любую хорошую синтетику. Угу. Вот, в принципе, и все. Ага. Так, а на ГАИ сейчас никаких условий, я могу до дома доехать, там поставить? Ну, конечно, конечно, конечно. Угу. Приедете, сразу поставьте на учет. И, по идее, страховку не надо сделать на дорогу тогда сейчас? Нет, зачем? Не надо, да? 10 дней можете... 10 дней после... Ну, да, 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 да. Да, так что просто приедете, сами страховку себя сделаете и поставьте на учет. Вот. Все, как-то давайте. Так. Все, а, хорошей спасибо, дороги вам. Встретимся. Да, конечно, давайте. Конечно, все возможно. Там с ребятами покушаете. Хорошо, конечно, конечно. Давай. Все, вам спасибо. Все,